больше ничего не должно быть. Так. Лимонная цедра, банановая кожура. А, нормально, тут музыка работает. Спокойная такая, да? Тут анал-карнавал произошел, у них тут музычка работает. Почему нет, в принципе? Так, тут больше никого. Значит, погнали. А, гениально. Все, у самого там дефект. Да, лоханулся чуть-чуть. Не нацелился нормально. Так, стоять. А, ну вот тут походу и есть, да, этот проход. А. Ну да. Ладно. Тиртешь М9 патрона. Давай, да. Мне пригодится к пистолету. О, набор для улучшения оружия. Супер. Так. Что еще предложишь? Экипаж. Угу. Подожди. Нет признаков жизни. А, вот. Крутить вниз. Так. Лоренцо Калино. Подожди-ка. Угу. Типа сюда я не могу, да, эту галочку поставить? А, это, походу, те, кого я нашел, тут можно отмечать. Так, да, посмотрим. Угу. Типа все члены экипажа. Так, Кальвина, Кальвина мертв, получается. Угу. Ну да, не так много выживших. А, ну тут автоматически отмечается, все, понял. Так, функции. Карта сектора. Давай, да. Йо, нормально так. Механический цех. Сюда мне надо будет. Угу. Талос 1, атриум. Лаборатория баллистики. Вшивка Талоса. Так, управление системой. Открыть. Камера хранения. Кого? Закрыть камеру хранения. Здрасте. Че, я просто пробежал, так и не увидел? Нормально. Угу. До свидания. Охране. А, ну все, отлично. Есть турелька зато у нас. Ящик. Что ж ты? Так, ладно, побежали. Тут говоришь, где-то этот был, да? Мимик. Поехали. Это пока. Так, нейромота. Угу. Девочка. Come to me, my little friend. Интересно. Так. Тролька. Угу. Да. Да.
здесь работает. Что такое? Вход. Так, карточка для входа, отлично. Кресло. Вот это что такое валяется? Сигара. Понятно, блядь. Все засрали. Работаешь тут, работаешь на них, а они тут все засрали, да? Ну понятно, почему. Роботы восстали против людей. Они тут, ну вообще. Так. Отлично. Нормально. Привет. Так. Сюда я попасть не смогу. Вот тут я еще не был. Бежали сюда, сходим. Подожди, а это типа на втором этаже. На второй этаж я пока не смогу забраться, только если через гипсопушку. Не, пойдем по заданию. Пошли-ка. Так. Есть что? Нет. Ну ладно. Нормально так. У меня есть гипсопушка, так что похрен. В принципе, на это похрен. Ключ. Разводный ключ. А, то есть тут и ключи такие, да, место занимает, окей. Так, снаряжение. И ремонт. Так. Подожди, нет. Да еб... Подожди, я говорю. Снаряжение. Что ли? Ермода. Птичка. Инженер. Угу. Скрытность. Адаптация. Вы бегаете, крадетесь, крапкаетесь, ускоряетесь на 5% быстрее. Угу. Вот это надо. Я понял. Ладно. Запчасти. Так. Подожди, еще. Тут же нет ничего. Стоп. А... Типа ты мне предлагаешь сделать как-то так? Ну привет. Атриум. Так. Здесь создают технику для станции. Лабораторные приборы, нестандартные детали, прототипы. Мы сможем починить ваш терминал зеркала в мультиперской доктора Кальвина. Отлично. Фантом. Так, он меня уже заметил. Идет, идет, смотри. Куда ты идешь, дурачок? Хотя мы с ним уже справлялись. Где он там, говоришь, идет? О.
Он уже не идет, он уже тут. До свидания. Все, да? Чтоб тебе семеро ели. Так. Сколько у меня чё по здоровью? Так, 59. Давай, не знаю, давай вот это вот съедим. Так, отлично. Пропуск наверняка есть у Кальвина. Вы найдете его или его останки по списку персонала. А, ну это ты вовремя, да, сказал. Я, конечно, ни на что не намекаю. А это не опасно? Так, подожди. Это взял, все. Ладно, так, лифт. Как его можно, интересно, починить? Жми херанет, да, током, по идее? Нет? Запчасти, ну-ка. Так. И что мне это дало? Ага. Сюда я еще не лазил. Туда, если что. Так, вот сюда я еще не лазил. Вот сжигать тебя вообще не надо. Подожди, что? Мимик. Ага, вон бегает. Девочка эта. Ну-ка. Привет. Здрасте. Тут нету. Заметил. Фантом, мать твою, за ногу опять. Не-не-не, братиш, меня тут нету. Медицинский отсек. Супер. Так. Вообще ничего нету. Чертеж аптечки. Но он у нас уже есть, по-моему. Так, робота. Запрос. Давай одного возьму. В принципе, почему нет? Медоператор Фанстар класса пирамида 490 готов. Смотри, не пройдем. Бесправильно, да? Сиди там, блин. Иди к сюда, урод. Коробка. Должен быть, по идее, коробкой. Так. Да-да-да. Беспалёный. Так, где останки? Еще будут? Что такое? Да-да-да. Я тебе, конечно, верю. Так, это та часть, куда я еще пока не хотел ходить. Так. Пойдем-ка к этому фантому наведаемся.
подожди. М-заряд. Транскриптор. Эй! Привет, это Лэнгли. У вас ничего странного не происходит? Нет, например. Только без паники. В чем? В чем дело, Лэнгли? Пока не знаю. Тут шастает охрана. А значит, у вас все еще работают? Наверное, я не знаю. Я провела весь день в лаборатории. Погодите, сейчас. Так, ну-ка. Я не. Подожди-ка. Что это было? О боже, мы только что лишились двух лабораторий. Что? Мне нужно идти. Так. Емкость магазина. Меткость. Емкость магазина, меткость. Подожди. Ну, допустим, меткость. Так. Фантом, пупсик, ты где? Уродица. Же мышь, мразь. Все, да выеживался. Стоил он того. Говоришь, тут медицинский робот, да, был? Ну-ка. Ладно, я понял. Давай еще одного. Запрос нового оператора. Надо будет еще сейчас этот броню подлатать. Оператор Танстар, класса пирамида 490. Диагностируем ушибы. Правильно. Усталость. Ничего смертельного. Я скоро поставлю вас на ноги. Вы абсолютно здоровы. Вовремя, да. Рад снова видеть вас, добрый. Так. Кис-кис-кис, глупышка. Допрон прошел. Увидит? А, ну конечно увидит. Вот только не прострелит, да? Ага. Привет. До свидания. Подожди. Да. Наконец-то. Починить. Еще обнаружишь. Хрена себе, это что такое? Вот так тут. Нормально вы так. Веселитесь, ребята. Банан. Давай съедим. Почему нет? Профсигара, бейсбольная перчатка. Так. Запомни и веди технооператора. Пароль группового терминала макро 11. Запомни и уничтожь. Так. Прототипов. Так, вы победили. Тем, кто подарил руки дорогому мистеру мистеру клею клею мордусу, вам первая смена. Так, ага. Так, кладовая механического цеха, новый код 7226. Здрасте, что еще мне расскажешь? Подожди-ка. С помощью. Так. Цеха. Так, больше ничего не было. Нет. Отлично. Погнали дальше. Ну и где все антифоны? Ой, ну не верю я, то что тут их нету, ну.
Да. Беспалевный прям. Кого? Брось стул. Че? Ланч. Так. Хрень какая-то. Код новый, отлично. Да хватит, уйди со стола. Супер. Подожди-ка, это что такое? Угу. Съесть. Все, что не сможем взять с собой, мы съедим. Все просто. Отлично. 59, 34. Здрасте. Так. Закрой двери нахрен. Нахрен пошел. До свидания. Кажется, это директор лаборатории. Плевать вообще. Похоже, он презирал вас. Какая досада. Угу. Молодец какой. Он презирал меня, а я его убил. Забавно, забавно. Ага. Читали уже. Еще одна бейсбольная перчатка. Угу. Угу. Нормально. Здравствуйте. А как я тебя просмотрел? Сейчас прикинь, просто взял и ушел. Двое нейромода оставил. Так, ну все. У тебя как вообще, нормально, дружище? Серьезно? То есть ты до этого меня не увидел, да? Нормально живем. Я ж потом смогу сюда забраться. По идее должен. Так. Так. Нет, ничего. Угу. Нет, ничего. Без модификации, урон 10-20. Угу. Это что такое? Утилизирующая граната. О-о-о. Здравствуй. Так. А что мне можно выкинуть? Угу.
Запчасти. Так-то сделаем. Да-да-да. Я понял то, что она уничтожает. Разрушает молекулярные структуры, находящиеся рядом объектов, преобразуя их во вторсырьё. А-а-а, даже так. Ваша форма частично защищает вас от ее воздействия, но не гарантирует полной безопасности. Стоя рядом с гранатой, вы подвергаете свою жизнь угрозе. Утилизирующую гранату можно бросить или прикрепить к неподвижному объекту, нажав ЛКМ. Спасибо. Буду знать. Так. Угу. А, утилизатор тут был где-нибудь? Давай посмотрим по карте. Фабрикатор. Утилизатор зеленый. Так. А-а, тут нет ничего такого. Извините, ребята. Так, поехали тогда обратно. Потому что у меня слишком дофига всего. А, он как раз на входе, помнишь, там был? Я его как раз починил. Загрузка, правда, долгая сейчас опять будет. Ну давай. Я же уже был на этом уровне. Какого хрена такая долгая прогрузка? Так. А, вторсырьё. Угу. Хлам. Вон, смотри сразу, сколько места. Охренеть, блин. Так. А вот это вот, думаю, это тоже, в принципе, я же для этого и брал. И вот это туда же. Эти патроны. Ну, это одно и то же, да. Так, вот это я сюда положу, пожалуй. Все. Вроде да. Так, давай. Он и кидал сколько всего, блин. Охренеть. Так, что у меня там по патронам? Три батареи, да? А, до хрена еще всего. Тут шесть патрон. Так, сейчас надо будет патрон создать. Угу. Аптечек. Аптечек у меня. Сколько? 9 аптечек. Ну-ка, поехали, патрон создам. Так, патроны. Угу. Жаль, нельзя делать, знаешь, сразу по два или по три штуки. По 30 патрон дается. Снаряжение 66. Так, мне потом не хватит будет. Получается, не будет хватать металла. Да, да, в принципе, еще одну сделаем. Я думаю, 90 патронов-то нам хватит. Угу. Так, аптечка. Аптечка нет. Да и все, в принципе, поехали. Странно, вроде не читали. Угу. Только все скинул.
конца уж. Отлично. Все, поехали обратно. Опять, да, загрузка на 5 лет. Все, отлично. Так. Что у нас там получается? Сейчас мы можем сделать. Мы можем зайти в атриум, правильно? Угу. Мне нужно вот сюда. Вот. Мать твою за ногу, вот этого я реально не ожидал. Уродец, блин. Так, управление системой. Чё, система безопасности? Странно, ладно. Так. Подожди-ка. Мне нужно кого найти? Доктор Кальвина. Вот. Кальвина. Не то. Львина. Так, аппаратная лаборатория. 54 метра. Угу. Перец. Давай, это прям. А, ну тут я уже все зачистил. Все, что-то я напрягся, думал. По новой на. Подожди. Тут мими где-то. Рот закрой. Угу, угу. Да-да-да. Ну, пойдем сюда. Нет пропуска. Это, я так понимаю, запереть, скорее всего, не смогу, да? Хотя, давай попробуем. Новый пропуск. Так. Лаборатория баллистики. Это оно? Это оно. Так. Насколько там все плохо? Гениально. Так. Подожди-ка. А, ну это этих типа помечает у меня, да. Блин, вот это обидно. Смотри, сколько там всего. Охренеть. Подожди-ка, тут не только мимик. Еще и фантом. А где фантом? Странно.
Хочешь сказать, это мимики говорят? Вроде только эти могут разговаривать, нет? Так. Блин, ну вот это вот надо... А, подъем первый, слушай. У меня есть нейромода? 4 нейромода. Угу. Утилизация. Угу. Оружейник. Подъем первого. Давай вот это возьмем. Не знаю зачем. Просто так думаю, лучше взять. Ты решетку будешь понимать? Гениально. Для Лили. Новый код 2519. Чуть-чуть сейф баллистики. Ага. Да-да-да. Зря мы прокачиваем вот этот вот подъем. Сейф-то у нас нету. И кодов нету. А где сейф? Кружка. Утилизирующая граната. Контейнер для гранат. Подожди, а где сейф? Записка. Так. Взорвалась и зацепила мою ногу. Органический материал, который был частью моего тела, теперь спрессован в шар, который вы видите перед собой. Будьте осторожны. Нормально. Короче, можно сказать, я только что взял ее ногу, да? Мощно. Так, ладно, давай. Открыть камеру. Ага, сейчас, блядь, да, открыть камеру. Давайте там это. Удачи вам. А вот теперь давай откроем камеру. А что, дурачок, что ли, с ним сражаться, правильно? Правильно. Зачем мне это надо? Вот только в камеру заходить не надо. Так, сейф. Сейф, сейф, сейф. Где у нас может быть сейф? Нихера ты мощный. Может, вот тут где-то, не? За этим. Подъем 3. Где может быть сейф? Действительно, а где может быть сейф? Вот просто вот, ну вот где может быть сейф? Понятно все. Так, неизвестная субстанция. Так. Субдоктор, так. Все, да, по идее. Еще одна граната. Почему нет? Так, ну все, по идее, тут больше нет ничего. Поехали. Так, Кальвина, да, надо найти. Ну, побежали к Кальвинам. Это что у нас такое? Подожди-ка. Так что ли? А. Угу. Come to me, my little friend. Ты серьезно? Давай. Просто гений, блядь. Пол хп всрал. Давай-ка, подлечи меня. Диагностирую легкие ранения. С этим справиться и подать. Да, легкие ранения. Ожоги. Так, для ремонта костюма, да, говоришь? Или подожди, это не для ремонта костюма. А где у меня...
Вот. Да, не трогайте его. Отлично. Ой, как мне важно, ты не представляешь. Подожди секунду. Понял, мне сюда. Но сначала я к Кальвину схожу-ка.